Башкан встретилась с педагогами учебного заведения. Спасибо за ваш профессионализм, за то, что вы даете нашим детям, потому что будущее благодаря вам они становятся хорошими специалистами. А нам специалисты нужны и в нашей ГГУЗИ. Ну и понимающих, хороших родителей. Потому что бывают разные случаи, но я надеюсь, что в ГГУЗИ у нас с этим проблем нет. Уроки рисования преподают в гимназии имени Варвары Топал на трех языках – русском, гагаузском и румынском. По словам начальника образования Натальи Кристевой, региональные власти продолжат поддерживать преподавателей, чтобы создать максимальный комфорт для образовательного процесса. Сегодня региональные власти всегда ставили и ставят приоритетом образование и развитие нашей автономии. Мы реализуем все то, что мы начали, все, что у нас показало положительный результат. Планируем и другие программы, которые помогут укрепить ваш стимул к работе, которые укрепят ваш педагогический статус. Планируем и финансово стимулировать, и морально стимулировать вас. Вторым объектом посещения стал детский сад номер 2, где дети также хорошо владеют гагаузским языком. Глава ГГУЗИ обратилась к учащимся, отметив, что от их образования будет зависеть будущее автономии. Вы должны слушаться преподавателей, родителей и хорошо учиться. И везде говорите на гагаузском языке. Дома, с друзьями, в детском саду. На встрече с педагогами речь также шла о важности сохранения социальных программ, особенно бесплатного питания в школах и детских садах. Башкан продолжит посещать населенные пункты автономии, встречаясь с примарами и педагогами образовательных учреждений. Мария Статова, Зинаида Канцер, Вячеслав Кыса, Артем Топал, Новости ГРТ.